Это знак подземный переход, а это знак на пешеходный переход. Зебра – это пешеходный переход. Пешеходные переходы бывают наземные и подземные. Подземные – это под землей, а наземные – это над землей. Если пешеходу следует пересечь проезжую часть, он может руководствоваться либо дорожными знаками «пешеходный переход», либо цветографической разметкой. На данный момент в основном используется комбинированная разметка бело-желтого цвета. Если на проезжей части нанесена подобная разметка, то пешеход в рамках правил дорожного движения имеет преимущество перед всеми остальными участниками дорожного движения, и он может пересечь проезжую часть в этом месте. Партнеры проекта – Владимирская производственная фирма «Алонка». Настоящие соки для настоящих патриотов России. Магазин косметики и парфюмерии «Рич». Мы заботимся о вашей красоте.